Семейная фотография – отдельный жанр искусства и может быть очень разной – эмоциональной, забавной, нежной и впечатляющей. Под таким девизом состоялся конкурс фотоснимков среди многодетных семей в преддверии Дня семьи, любви и верности. Ведь семья – это самое важное. Из семьи и получаются наши дальнейшие и дети, и специалисты, и люди взрослые. И дети всегда, глядя на свою семью, строят таким же образом и подобием в будущем их семью. Поэтому это очень важная ячейка общества. И конкурс фотографий показал, что у нас на территории очень много семей, особенно даже те, которые состоят у нас, которые прислали отличные семейные фотографии, улыбающиеся, довольные, на природе. В голосовании за лучшую фотографию принимали участие члены комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. В этом году на конкурс прислали более 70 работ. Выбрали 5 фотографий, подготовили сертификаты и подарки для этих семей за участие в конкурсе. Конечно же, мы вот как комиссия, мы смотрели не на качество, может быть, фотографий, а именно на теплоту, которая в них содержится, на ту семейную стезю, которая очень важна. Этот конкурс мы провели совместно с отделом надзорной деятельности, совместно с благотворительными фондами, общественные организации «Патриоты Великого Отечества», местные рукопомощи, благотворительный фонд «Нотка добра». То есть все вместе собрались и организовали вот такое мероприятие. И, конечно же, мы не могли не принять, не смогли не внести свою лепту в данный конкурс. И семьям мы подарили противопожарное полотно, также напомнив о правилах пожарной безопасности, которые необходимо соблюдать. Немножечко поговорили с ребятами, напомнили телефоны пожарной охраны, чтобы в случае пожара ребята не теряли и знали, куда нужно звонить, что нужно делать. Призы и сертификаты вручались победителям с учетом эпидемиологической обстановки в регионе. Очень приятно, что они не забывают все-таки какие-то свои семейные традиции в сохранении семейных ценностей фотографировать. И это же очень важно, когда в дальнейшем, глядя на эти фотографии, есть что вспомнить, есть что показать своим детям и своим внукам. Победители поделились своими впечатлениями от участия в конкурсе и выразили слова благодарности. Семья у нас очень дружная. Вот. Ну, сын у меня самый старший. Помогает по дому. Вот. Ну, а так все нормально. Муж в данный момент на работе у меня. Расскажите, почему решили участвовать в таком конкурсе? Стали победителями? Ну, вроде понравилось фоткаться. Дети у меня любят фоткаться очень. Нам нравятся и праздники, мы отмечаем, очень так это подготавливаемся. Конкурсы у нас всякие, все любят с нами ходить на мероприятия всякие разные. Вот, и вот у нас опять день рождения будет, опять конкурсы будем устраивать, всякие фанты, игры. Ну и гостей любим приглашать, и куда-то отдыхать ездить. Вот собираемся на природу выехать с палатками с детьми, отдохнуть, провести время с пользой, пока жарко. А потом за учебу опять. А фотографию какую прислали семьи, да? Семьи, ну тоже ходили на природу отдыхать, и вот получилась такая фотография. Вы вообще будете дальше участвовать? Конечно, будем, да. Будут приглашать, будем, конечно, участвовать с удовольствием. Алена Иванова, Игорь Чернышов, Андрей Минкин для программы «Городские вести».